Всем привет, с вами Кулрейвен. Мы продолжаем играть пятых героев и продолжаем кампанию за Инферно. Вторая миссия – обещание. В качестве бонуса я возьму создание фантома. Заклинание добавляется нам в книжку. И, соответственно, поможет нам и в других миссиях. О каком предательстве говорил Эразиал? Разве ты не один из преданнейших слуг Властелина? Потом поговорим. Сейчас нет времени. Надо уносить ноги. Нет. Он и меня обвинит в предательстве. Я рискую жизнью. Значит, я имею право знать сейчас, Аграил. Хорошо. Когда я был в землях Империи, я узнал кое-что, что заставило меня усомниться в планах Хабелеха. Ты усомнился в нашем Властелине? Как ты мог? Есть причины. Теперь он об этом знает и... А откуда он об этом знает? Кто за мной шпионил? Теперь это не важно. Эй, он сказал об амбициях. Ты хочешь занять его место? Хочешь править Шио вместо него? Безумец. Ну, не хочу говорить об этом раньше времени, но... Только ты на такое способен. Но ведь ты не забудешь тех, кто тебе помог, а? Итак, что дальше, милорд? Или вернее сказать, властелин? Завладеем сердцем Грифона. Ты видела его в действии? Да, мы должны его получить. Я знаю, где оно. В мавзолее королей Грифонов. В зале героев. Мавзолей находится в самом сердце Империи. Значит, прольется много крови. Что с того? Ты знаешь, Биара, я рад, что ты мой союзник, а не враг. В этой миссии основная задача — захватить сердце Грифона, и Грейл должен выжить. Параллельно нам к мавзолею, где хранится сердце и где стоит защитник, будет бежать другой демон. Но у нас логистика, и мы должны успеть быстрее него в любом случае. На некоторые объекты, чтобы не терять ход, мы не будем обращать внимание. Переиграем, чтобы уменьшить потери. Призовем для блокировки. Один раз он все равно успевает стрелять. Никак не можем ему помешать. Отойдем поближе. За раз не убиваем. Ждем, чтобы... Призванные сняли ответку, и нужно было без потерь уничтожить стек противника. Просто
прошли с меньшими потерями, чем компьютер. Призраки. Очень неудобные противники. Давайте их тоже пробьем. Их не заблокируешь, они пролетают. Плюс у них бестелесность. Смотрим призывные, когда у нас появляются собаки. Если раньше они заблокируют от этого стека, это хорошо. Два раза ходят. Этих мы один раз попали, есть вероятность, что следующий удар не пройдет. Здесь повезет, не повезет. Повезло. Осталось 1 хп. Поставить что-нибудь. Но уже не успеваем мы ничего. Попробовать ударить можно. Два раза пробили, третий раз гарантированно не пробьем. Давайте тогда дефиться. Потеряли одного адского жеребца. Здесь не страшно для нас. В этой миссии нам хватит мяса. Скелетов лучника пробиваем только ради возможного заклинания. Бесы у нас здесь погибают. Атакуем, эти лучники не достанут. Заблокированы призывными существами. В принципе, все.
Два раза ходят. И они способны уничтожить с одного удара стек. Раз пришел, надо брать золото. Берем собак. Что здесь взять? Проходить. 1-2 урона. Я думаю, что они даже не пробьют ни одного. Что я хотел, призыв. Может покажется, что это не бесполезный навык, но если идти на элементалей с условием учета, с условием того, что мы играем, у нас постоянно недостаток армии, в дальнейшем мы увидим, что это очень полезно. Ассасины. Вызываем. Отравил. Плохо, надо быстро с ними расправляться, чтобы не терять. Фантом собак сделаем. А уже потеряли. Следующего. Чума. Застава. Так, это вот здесь мы получим лучников, можем. Давайте зайдем. Заодно и опыта наберемся. Thank you.
Получили новый уровень. Полезная белка. Какой-никакой стек ручников теперь у нас. Наличие не полезен. До следующего уровня нам меньше 2000 надо. Вводим в конюшню для ускорения. 5. Ладно, все равно первый выстрел мы не заблокируем. Срочно тактику вылавливать. Соединяются. Искусная машина. Артиллерия. Первую помощь мы взяли. Искусная. Основа. Последним навыком тьму возьму. Интересно, с точки зрения получения опыта, именно жирный стек такой.
снижаем защиту. Билка. Которая увеличивает призыв. Этих. Хорошо, напугали. Защита 3. 7 собаки ударят. Удалось пройти. Бегаем, собираемся, а по сути карту можно за 7 дней пробежать. А у нас получится, наверное, 9. Особо нужен колдовство, инициатива. Раз уже пьем, можно. Хорошая защита. Ходить ближе. Мы не дождемся, когда они войдут.
отступить. 10 000 почти у нас. Хорошая инициатива у них. Защита. Поспешила бы фантома ударить. Что-то я не рассчитал. Зарится ли он на фантом? Можно было запрет поставить собаку здесь и сюда. Правильный выбор. Неудачный бой. Хозяин земли. Нет, это нам не подходит. Мне нужна только реликвия, а не твоя смерть. Сюда идет армия демонов. Отойди в сторону и останешься жив. Грязный демон! Я не из тех, кто предает своего короля, даже погибшего. Я не позволю осквернить его могилу. Воины, к бою! Слава Грифону! Такую же остановку оставить. Главная задача наша была прийти первым и уничтожить эту армию. Следующей армии демонов можем и проиграть. Все равно миссия будет пройдена. Получился.
блокируют. Собаки походят на паладинов. Заклятый враг Веер хочет поиграть в солдатики? Поиграем. Три архидевола у него. И стек. Суккубов установил, в принципе, по мелочи. Thank you.
Останется на месте, Вэр. В отличие от твоей, там внутри есть мозги. Тревожит меня. Демон? Но ты прикоснулся к камню. Подойди ко мне, незнакомец. Ты иллюзия. Откуда ты говоришь? А, вот почему камень на тебя не подействовал. Интересно. Аграил, верно? Ты угадал. А кто же ты? Тиеру. Тиеру. Мой бывший хозяин говорил о тебе с большим чувством, но отнюдь не с дружеским. Бывший хозяин? Хорошая новость. Но если ты отрекся от властелина демонов, зачем ты здесь? Я не хочу, чтобы это досталось к Хабелеху. Я тоже не хочу. Но если я не ошибаюсь, ты был одним из его
приближенных? Я был его агентом в Империи Грифона. Тогда тебе нужна помощь. Кхабеле хочет тебя уничтожить. Армия Грифона хочет отомстить за своего короля. Но это не самое худшее. Что может быть хуже? Мессия зла, чьего прихода так жаждет владыка. Его появление означает только одно — гибель мира. Надеюсь, ты согласишься помешать им? Каким образом? Долгий разговор. Нам надо встретиться к югу от эльфийской столицы в Эрисийском море. Есть остров в форме полумесяца. Доберись туда, а там я сам найду тебя. Спеши. Что ж, мертвый король, многие еще присоединятся к тебе, прежде чем это закончится. Миссия пройдена. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.